Ассистент, возможно, впервые покормит пса из собственных рук. Да еще и чем? Это главный деликатес для собаки. Также мы узнаем, где жил Юрий Семецкий и его семья до катастрофы на ЧАЭС. Не забудь после просмотра оставить свой комментарий, аномальный палец вверх и подписку на канал с колокольчиком. Для меня это очень важно. Наливайте горяченького чайку с печеньками, приятного аппетита, а также просмотра. Итак, пообщавшись с разработчиком данного мода, друзья, я понял, что я пропустил некоторых персонажей, а также некоторые дополнительные квесты на полигоне. Помните, в первой серии мы отсюда начинали свой путь? Собственно говоря, давайте начнем наверстывать упущенное. Итак, первое — это вот эти вот ребята, которые здесь стоят. Они разговаривают о своем иногда, реплики можно услышать, но сейчас они почему-то молчат. Далее, по квестовым персонажам. Полковник Громов? Блин, ну все. Последний раз контракт продлеваю, серьезно. Надоело уже в эту зону возвращаться. Знаешь, что удумали в институте? Ха, говорят, с учеными в мертвый город отправляемся. Они там свое исследование проводят, и мы мигом обратно, понял, да? Какого я вообще хрена там забыл? Сидел бы сейчас лучше на кордоне, сталкеров не мигало, стопало. Ладно. Думаю, все пройдет быстро и гладко. Ты заваливай. Собственно, это даже не квест, а мини-диалог. Далее, я здесь не заметил совершенно полковника Громова. О, ассистент, не ожидал тебя тут встретить. Готовишься к экспедиции? Полковник? Я тоже никак не думал, что вижу вас здесь, в такой поздний час. Да, обучался стрельбе. Молодец, такие навыки тебе пригодятся, не сомневайся. Как успехи-то? Ну, как сказать, немного за день руку набил. Конечно, не все так хорошо, как от меня требует Дропей, но базовые вещи я запомнил. Вот как. Ну не унывай, паря. Говорят, что те, кому трудно в учении, легко в бою. Я знаю много примеров, когда у человека что-то не получается, а потом он становится профессионалом в этом. Это парадокс, но факт. Главное стремление и цель, понимаешь? Наверное, понимаю. Ну все, все, не вешай нос, ассистент. Надеюсь, тебе не придется пользоваться оружием во время экспедиции, и все пройдет гладко. Да, я тоже на это надеюсь. А вы тут какими судьбами? Еще и так поздно. Ну, мы так-то здесь на ночь остаемся. На БТРе приехали, как видишь. Завтра сюда новые бойцы прибудут. Будем их учить выживать в местных условиях. Ладно, сынок, удачи тебе там. Как вернешься с экспедиции, заходи в гости, сделаем из тебя супер-пупер бойца. Было бы здорово. Тогда до встречи, полковник Громов. Далее проходим чуть дальше за самим полигоном. С возвращением! Не надо! Братишка, а ты нудный. А в морду давно не получал? Тот то ли напившийся, то ли что, я не знаю. И некий Филонов обращается к нам. Эй, ученый, дело к тебе есть. Слушай, помоги нам, а? Что у вас случилось? Да блин, глупая ситуация у нас произошла. Овощ наш снова набухался в хлам. Он с вами в экспедиции собирался, но понимаешь ли, если его таким вот увидят, сразу живьем и закопают. Так, а я-то чем могу помочь? Слушай, вы же по-любому в мертвом городе будете останавливаться в местном сталкерском лагере. Там наш человек есть, Сява его кличут. Мы ему должны были прибор этот передать по возможности. И уже договорились, что наш Дропей его передаст, когда с вами в экспедицию отправится. А он, как видишь, уже не в состоянии, блин. Ну, хорошо, давайте ваш прибор. Передам его вашему человеку, как будет возможность. Вот выручишь, я буду. Друг, как передашь Сяве прибор, он тебя отблагодарит. Я его сейчас предупрежу. Спасибо тебе, ученый. Как вернешься? Ну, с экспедицией-то. Ну, короче, как будешь в институте, сообщи, мы обязательно с тобой пообщаемся, подружимся и напьемся. Полученный прибор Филоновым. Новое задание, просьба Филонова передать прибор военному. Без проблем. Вот этот квест, друзья, мы пропустили, к сожалению, уже. В тире, когда я заканчивал свое обучение стрельбе, наткнулся на одного военного по кличке Филонов. В связи с некоторыми непредвиденными обстоятельствами, он попросил меня передать один прибор его человеку в мертвом городе. Зовут Сява, и место встречи должно быть где-то на территории лагеря сталкеров. Но поскольку мы уже далеко прошли, мы переигрывать, конечно, не будем полностью, но будем иметь в виду, что вот такой вот прибор мы должны были передать. И если вдруг, когда выйдет мод уже в релиз, вы сможете это увидеть, друзья, и пройти этот дополнительный квест. Прибор с свойствами и предназначением, которое мне неизвестны. Этот агрегат нужно доставить человеку по кличке Сява. Также здесь есть девушка
Знакомая моделька, да? Бьянка здесь ее зовут, но мы-то знаем, что она торговец, да, друзья? Кто смотрит стримы и приходит на них 3 часа по московскому времени, те в курсе, про что я говорю. Привет, ассистент. Ага, даже ты решил научиться стрелять? Как тебя только заставили? Ага, очень смешно. Ты лучше скажи, что ты тут забыла. Вот все тучи надоело сидеть. Знаешь, после смерти Крамера все стало каким-то странным. Не знаю даже, я подумал вернуться в зону. Вот это новостью. Да, я и сама удивляюсь. Чем мне было хуже помогать экологам в научном центре? На что-то тянет меня. Ладно, дело твое. Может быть, даже увидимся еще в зоне? Не думаю. У меня есть дела в режим лесу. Отправляюсь сюда вторым рейсом экспедиции. Вторым рейсом? Да. Есть еще пара спецгрупп, которых посылают на изучение парочки аномальных территорий ближе к северу. Кстати, слышала, что Соколов сейчас на Янтаре работает? Да. После его невероятного инкубатора, который, к слову, он так и не получил от Крамера, его почему-то отстранили от работы в институте. Странно это. Ну да ладно. Отсылочка к моду инкубатор? С тобой точно все хорошо? Ага, пойдет. Спасибо, что спросил. Все будет хорошо, Бьянка. До встречи. Спасибо. Подходим, кто в зоне не навоевался. Не стесняемся. Мишени сдачи не дают. Да, вот этот персонаж намекает на то, что, друзья, здесь можно брать, видите, с вот этого стола, скажем так, патроны можно брать абсолютно любые, я не знаю, брать пушку, которую ты хочешь пострелять условно. Ну, давайте ПКМ, гаусс-пушку возьмем, и я вам сейчас это продемонстрирую, видите. То есть здесь можно прям тренироваться на этом полигоне абсолютно любым оружием. Мне вот единственное интересно, а с гаусовки можно фонарь разбить? Видимо, можно, но он не разбивается. Ну, давайте парочку выстрелов сделаем, раз уж мы взяли эти пушки. Точно в яблочко. Давайте с ПКМ попробуем. Сейчас его перезарядим. Конечно, ассистент, который тренируется на гаусс-пушке, автоматически уже матерый сталкер. Так, прицела здесь нету. Я раз ассистента. Ну, собственно, друзья, а дальше вы уже знаете, что было. Если кто не в курсе, посмотрите первую серию из плейлиста. Ну, а мы возвращаемся к тому моменту. Нет! 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 Знакомое лицо. Так, друзья, а тут у нас появился какой-то, помните, этот доктор чумной или кто, я не знаю. И, в общем-то, за дверь я, конечно, пройти не смог, как видите, ключ здесь не сработал из-за бага. Меня спас чисто деморекорд, но раз такое бывает, разработчики будут это все, конечно же, фиксить. Ого, артефакт компас? Жесть. Давай поговорим. Инквизитор. О, еще одна живая душа. Я тебя помню, ты был в лагере сталкера в мертвом городе. Да, парень, виделись там. Скажи мне, что ты тут забыл? Я здесь по случайности. Это пространственная аномалия, из которой я должен поскорее выбраться. А ты тут какого черта забыл? Я искал кое-что, но кажется, здесь этого нет. Хм. Если хочешь выбраться отсюда, просто активируй артефакт компас. Видишь его? Вон он, справа от меня, на ящиках. А мне еще нужно здесь осмотреться. Может, еще увидимся? Человек? Ты очень странный. Ладно, это не мое дело. Я ухожу. Спасибо за наводку на артефакт. Да он какой-то маг-чародей, по-другому здесь не скажешь. Так, артефакт компас, говоришь? Этот бедолага здесь, Ник Законник, мертв. Я не знаю, вроде как локацию я уже всю осмотрел. Разработчик просто предупредил, что стоит осматривать каждый сантиметр, каждый миллиметрик, кроватку, сундучок, коробочку, палаточку. Потому что могут быть какие-то дополнительные квесты, какие-то дополнительные детали. Вот, но вроде как эту локацию я облазил вдоль и поперек. Ну что ж, берем тот самый компас и используем его. С меня хватит. Нужно срочно вернуться в лагерь. И рассказать все капитану Смирнову. Ага, мы, судя по всему, выбрались, друзья, из этого пространственного пузыря, и мы оказались в мертвом городе. Так, аномальная зона. Ага, а мы разве там еще не были, что ли? Радиоприемник. Так, основной квест. И крушение самолета. Да, мы этим обязательно займемся, друзья, только сначала нужно дойти до основной базы. Итак, перед нами какой-то труп ученого. Кажется...
что аномалия управляет разумом. Военные, что охраняли меня, сошли с ума. Пси-излучение помутнило их рассудок. О, Господи! Мне становится хуже. Я сбежал от них, чтобы они меня не пристрелили. Черт! Хочется спать. Да, и походу он заснул. Друзья, посмотрите, я нашел какой-то радиоактивный ящичек, я не знаю, но его написано нельзя открывать. На нем есть только надпись RAD. Закрыть, поднять его, кстати, не получается. Но это какой-то радиоактивный ящик, я не знаю с чем. Может быть, с каким-то радиоактивным артефактом, кстати. Но больше мы ничего здесь сделать не можем, поэтому отправляемся наверх. И еще один момент для разработчиков. Я не нашел в настройках игры, где можно отключить интерфейс масок. Или так называемый HUD для масок. Друзья, здесь ничего этого не вижу. Это точнее обращение к разработчикам, даже не к зрителям. Не знаю, у меня такой функции здесь почему-то нет. Зато в настройках графики есть, друзья, в более подробных вот такая вот плашечка. Капли на, сами видите, на чем. Понимаю. Ну что ж, поднимаем люк. И, наконец-то, вот она, свобода. Обалдеть, аккуратней. Сказать все Смирнову, задание обновлено. Еще один момент, который отметил разработчик, в мертвом городе практически во всей местности особо не лагает. Вот у меня, особенно на видео, я смотрел, вроде все хорошо. А вот в самой базе, так сказать, вот здесь в Коопторге, или как он там правильно читается, тут прям просаживается FPS. Скорее всего, это из-за наличия множества персонажей здесь. И к релизной версии все будет исправлено. «Где ты пропадал, ассистент?» «Капитан, случилось нечто ужасное. Ваши солдаты мертвы. Профессора мне найти не удалось, а на месте локатора была пространственная аномалия. Я чудом выбрался оттуда живым, очнулся в каком-то подземном коллекторе неподалеку». «Чего-чего? Да твою ж мать! Только этого дерьма нам не хватало. А я-то все думаю, чего это от них ни слуху, ни духу уже столько времени?» «Что там случилось? Расскажи мне подробнее». «Если бы я сам знал, капитан, я пришел на место, куда отправилась наша группа, но там лишь трупы наших солдат. Я не успел ничего толком предпринять, как потерял сознание и попал в аномалию». «Что за чертовщина? Кстати говоря, связь с Большой Землей пропала. А вот немного ранее, в твое отсутствие, мне сообщили, что кто-то украл артефакт «Ловец снов» из института. Блять, связи нет. А это значит, что за нами не приедут. Теперь одному богу известно, сколько нам придется ждать транспорт, чтобы свалить отсюда нахрен. Так, когда ты попал в аномалию, пробовал связаться с кем-нибудь? Говоришь, нашего профессора нигде не было? Конечно, я пробовал связаться хоть с кем-то. В этой пространственной аномалии тоже нет связи. Я был в панике, но вот профессор там нигде, и я его так и не нашел. Плохие наши дела, парень. Пока связь со штабом не восстановится, мы все в клетке. Пока тебя не было, я тут отправил пару бойцов на разведку, чтобы они установили несколько радиопередатчиков по городу. Один из таких мы поставили на крыше этого здания, в лагере. Надо бы проверить эти приемники. Будь другом, если будешь проходить мимо, глянь, есть ли что на них добро. А то нам тут сейчас надо бы экстренно вертушку вызывать, а связи-то нет. Хрень какая-то происходит, согласись. Новое задание, радиомолчание, проверить приемники. Да, я пока спрошу людей в лагере о профессоре, может кто-нибудь что-нибудь да знает? Поддерживаю твою идею, ассистент. Я очень рад, что ты жив и даже сам выбрался из аномалии. Молодец, боец. Но если вдруг будут какие-то новости, я тебе первым сообщу, не сомневайся. Хорошо, капитан. Подсказка. У сталкера в лагере теперь появилось задание. Также доступно место для сна. Спасибо, не благодарю. Давай. Товарищ волонтер, есть на меня какая-нибудь? Что? Черт, общий канал Тесак, сигнал СОС. Ну, тогда позже поговорим. Увидимся, сейчас я его спасу. Пока друзья не ушел, а немножко тут поторговал вместе с Лихим. С Лихим, не знаю, как правильно сказать в другом лице. Короче, кто-то меня попросил торговлю показать. Но здесь действительно очень много стволов, всяких комбинезонов. Вот такие, видите, есть комбинезон солдат удачи. Также броня долго вот так выглядит. Это у нас бронекостюм Булат. Страж свободы. Это чистое небо, скорее всего, да, Чентри А. Это комбинезон Сева так выглядит. Также у нас тут есть бронекостюм Берил 5М. Ветеран свободы. Это комбинезон Заря, кстати, хороший. Ну, ценник, конечно, дорогущий. Экзоскелет
505 миллионов 956... Ой, 595 тысяч 665 рублей. Обалдеть просто. Все равно очень дорого. Так, кожаный плащ, всякие остальные шлемы, тактические шлемы, сферы. В общем, модельки очень красивые такие прям. И у пушек тоже, видите, как бы, ну, здорово все сделано. Так вот, я подпродал, хотел личный ящик себе арендовать, но он стоит целых 5 тысяч. Я, конечно, заработал 8 тысяч, но я как бы не хотел бы на самом деле сильно тратить на личный ящик. Так, продать жалко не получается. Причем вот это можно, главное, продать? Очень странно. Да, вот эту можно, главное, продать, а эту нельзя. Хотя они обе были в идеальном состоянии. Интересный вопрос. Просто нам сейчас идти придется, как бы, в поле, как он сказал, с оружием. А у нас комбинезон-то не починенный наш эколога. Нужно его сейчас вычинить первым делом. А чтобы починить, нужны были деньги. Вот поэтому я и занялся продажей. А, я так и так не отремонтирую. Стоимость 30 313, чтобы починить его. А хотя бы этот починить, противогаза 2659. Давайте хотя бы противогаз, друзья, починим себе. Отлично. Хотя бы не так будет стрёмно ходить. Ну что ж, от радиации есть защита. Погнали на сигнал СОС, то он заждался теперь. Все, через консоль, друзья, отключил эффект масок. Не знаю, конечно, круто с масками ходить. Это все отображение эффектов противогаза, но на видео я посмотрел, это выглядит вырвиглазно. Поэтому я их благополучно отключу через консоль. Если кто не в курсе, набираете вот так вот HUD, потом здесь будет R4 HUD mask, и либо off, либо on, кому как удобней. Если у вас также, допустим, там бывает в модификациях, что не отображается в параметрах игры отключить противогаз там или HUD масок и шлемов. Ладно, пришли на сигнал СОС, давайте осматриваться, потому как мало ли что-то попадется, какой-нибудь КПК или что-то еще в этом здании, мало ли что куда запрятали. Ого! Кажется, я понимаю, почему он вызвал сигнал СОС. Они меня ведут, что ли, к нему? Да я в курсе уже, я пришел на сигнал СОС. От них такая кровища брызжет просто. Жесть. А ну стоять. Черт, в замкнутые коридоры меня приводят, да? Тихо, тихо, тихо. Не барагозим. Спокойно отдыхаем. Так. Ну и он где-то вот здесь. А, нет, радиопередатчик просто. Так, стоп. А где сигнал СОС-то? Он же отсюда вроде шел. Или я на другую метку случайно пришел, подожди. А, точно. Я, друзья, проверил просто радиопередатчик попутно. Ладно, понимаю, такое тоже бывает. Кстати говоря, обратите внимание на метку, друзья. Мы подошли уже к этому упавшему самолету, помните, который мы видели и который раскритиковали в комментариях. Вот, сигнал СОС, помочь сталкеру проигнорировать. Обалдеть, как это классно выглядит, посмотрите крушение. Я первый раз такое вижу, чтобы модель такая. Давайте сначала поможем сталкеру. Сигнал СОС где-то здесь неподалеку был. Вроде как. Я же правильно понимаю? Смотреть местность. Но он где-то здесь посылал сигнал СОС. Так, похоже, я слишком поздно пришел, друзья. Тесак, тот самый, который просил помощи вместе с Гришкой Бульдог, мертв. И, судя по всему, от рук вот этих зомбированных и собак. Ну что ж, тогда не будем медлить сразу. Попробую с другого сейва добежать, чтобы успеть их спасти. Лучше бы на руки сразу выдавали. Друзья, в общем-то, этот квест здесь не так работает, как в некоторых других модах. Знаете, сигнал СОС может вечно висеть. Здесь это не так. Здесь прям нужно реально успеть. Поэтому вроде как в этот раз я успеваю. Так, ликвидировал. И они живы. Да, отлично. Во всяком случае, тут этот один человек, который просил. Помоги стрелять их. Да, я уже в курсе, что они тебя в предыдущей жизни загрызли. Ого! В меня-то зачем стрелял только... Yeah.
Да, конечно, тяжеловато стрелять с 25 FPS. Ну ладно. Собаки страшные здесь, конечно, жесть. Ты видел ее лицо просто? Что это такое? Обалдеть. Слушайте, ну я не знаю, кому я собираю эти собачьи хвосты, конечно. Это прям модельки реально как будто бы из Stalker 2. Очень классно смотрится, колоритненько. Так. Вот, посмотри. Жесть. Вот это модель у ней, конечно. Может, какому-то ученому потом сможем продать? Не знаю. Ну а пока что некому. И плюс ко всему сейчас смотрим трупы. Вот еще есть такая худая собака вариант. Рядовой Дунаев. Но это все у нас, получается, зомбированные на него напали. Лёшка Рэмбо. Ладно, хотя бы стимулятор. Так, у нас небольшая кровопотеря, но бинтов, насколько я помню, у нас нет. Давайте просто покушаем, чтобы восполнить хотя бы водно-солевой баланс и щелочной, не знаю, как еще правильно сказать. Так, а вот и его друг. Гришка Бульдог, которого спасти получается просто невозможно, друзья, так как мы прям очень быстро пробежали, а толку никакого не было. Спасибо тебе, ученый. Если бы не ты, загрызли бы меня тут. Вот, держи, это моя благодарность. Думаю, еще увидимся с тобой. Собираюсь скоро идти в лагерь, как будет время, поболтаем там. Получен предмет «Хищник» и 1229 рублей. Был рад помочь. Угу. В лагерь, говоришь. А в какой лагерь? К нам, в смысле, пойдешь? Ладно. Ну и получается, здесь мы квест уже выполняли по радиоприемнику, его за кадром выполнен, но сначала крушение самолета. Осмотрим, что там за самолет, а получили мы в награду хищника, вот такого, друзья. Замечательный дробовик, нам очень прям пригодится он. Теперь пускай у нас будет он стоять во втором слоте, а МП5 в третьем, получается, слоту. Вот так он здесь выглядит, красавчик. Ух, какой семизарядный. По-моему, или сколько тут 3 заряда должно быть. Ладно, спасибо тебе, дружище, не зря я тебя спасал. Все, зомбированных я зачистил, и можно теперь потихонечку осмотреть вертолет. Стоп, это какой-то... Да, дядюшка Сэм. Это не Сириус Сэм, случай. Моделька у него такая пилотская, смотрите. Обалдеть. Так, кабан прибежал. Почему-то очень тихо, кстати, его даже не слышно было. Там плоть танцует на месте. Понимаю. Так. До самого самолета я достать не могу. Да и, видимо, незачем. Ну и осмотреть, видимо, имеется в виду где-то рядом. Что-то, может быть, упало. ПДА, КПК... Не знаю, самописец вряд ли, конечно. Пойдемте, я вам покажу модельку кабана здесь. Вот такой вот он. Какой-то, знаете, больше не чернобыльский кабан, а как будто с сафари прибыл, да? Ну, очень детализированный, очень страшный, волосатый, жесть. Так, ладно, заболтались мы тут с кабаном. Ага, вот, друзья, смотрите. Научная аптечка за деревом и... О, здесь что-то есть. Да, я так и думал, что между гаражей будет. Это у нас заблокированный модуль памяти. По всей видимости, выпавший из самолета, который потерпел крушение. Несмотря на крушение, модуль памяти работоспособен, но, к сожалению, заблокирован. Ожидается разблокировки. Ну, это я знаю, где разблокировать. Нашего техника чудо-руки. Отлично. О, зашел, друзья, в соседний домик. И здесь, смотрите, нашел кожаный плащ черный. Сразу же его надели. А, так он тоже сломанный. Да. Что от того, что от этого практически толку нету, друзья. Эх, находки какие-то немножечко бесполезные пока что идут. Ну, собственно, вот так, друзья, выглядят плоти. Можете посмотреть на их модели прямо такие в упор. Посмотрите, сколько глаз, сколько плоти в ней. Она такая мясистая. Фу, просто отвратительная. Но модели классные, конечно. Настолько отвратительные, что классные. Ладно, мне очень повезло, что эти плоти замансовали на месте. Я могу более-менее спокойно смотреть дома близлежащие. А вот кабан тоже на месте затанцевал. Ладно, пускай стоит. Да, вот допустим патроны. Вроде это 9-18. Мне, конечно, такие сейчас не нужны, но тем не менее.
Вот кабан сбоку в движении. Обалдеть. Ну классно, классно, все так реалистично. Кстати говоря, аномалия с артефактом. Ну конечно, без должной защиты туда лезть, мне кажется, нет никакого смысла и резона. Единственное, что мне не дает покоя, вот этот труп, видите, вот во многоэтажке, только в другом входе, судя по всему. И я бы хотел его проверить. Вдруг там что-то квестовое или стоящее хотя бы. Так, а здесь ничего не спрятали? А вот это уже находка поинтереснее, друзья. Посмотрите, я нахожусь в здании, которое вот тут прям рядом с аномалией, напротив в окне. И тут у нас уже лежит комбинезон поинтересней. Да, он тоже сломанный, но это бронекостюм Берил 5М. Я, конечно, тут уже выбросил, потому что мне не нужен. Берил это, конечно, интересно, но почему-то они все сломанные. Мне вот это прям стало интересно. Итак, я на базе, и все-таки, друзья, я решился арендовать себе личный ящик, потому что ну складывать что, вещи абсолютно некуда пока что. Ну и цена у тебя. Почему все так дорого? Это же грабеж. Ха, а ты думал, хочешь скидки, для этого ты должен стать моим клиентом, пока у меня нет никакого расположения и доверия к тебе. Вот когда поработаешь на меня, получишь хорошие скидки, статус уважения. И какую же работу ты предложить мне можешь? Но я тебя не знаю, салага, для начала самое простое. Поработаешь курьером. Нужно передать одному важному человечку один кейс. Доставишь ему в руки, уже слышит меня кое-какое доверие по рукам. Жду подробностей, кому и куда нужно отнести кейс и что в этом кейсе. Вот кому и куда я объясню. А вот что в нем, не твое собачье дело, ученый. Значит так, слушай меня внимательно. Координаты и контакт моего человека я тебе скину. Ну и его о твоем визите предупрежу. Он будет ждать на хуторе. Вот, видишь, это место на карте. Он будет с охраной, не бойся, стрелять не надо. Начнут, если ты на них сам не полезешь. От тебя требуется лишь одно – принести вот этот гребаный чемодан, лично в руки ему. Кличка Фургон, он сообщит мне, когда ты все передашь. После чего возвращайся ко мне, обсудим. На большую награду не рассчитывай, но это же только начало, ты ведь понимаешь? Держи. Получен кейс. Ладно, давай уже за 5000. Грабеж, конечно. Мне просто, друзья, я не смогу пойти, даже если очень сильно захочу. Так, а канистра, кстати, не складывается. Интересно, неужели она должна была применяться чисто на той локации? Кейс. Дал мне легко, и чтобы я передал ему некому фургону. У этого чемодана хитрый замок. Вскрыть и глянуть на содержимое не выйдет. Да, я думаю, не стоит. Действительно. Ломать мясо пока тоже сюда складем. Я надеюсь, что это хотя бы аренда постоянная, а не имеется в виду, что на некоторый, так сказать, срок и все. А то это будет жестко, конечно. Ну, хорошо, квест мы взяли, пойдем поговорим еще на базе с ребятами. Может, у них какая-то есть работа. У Кощея, например. Вовремя ты меня спросил. Знакомый мой пропал. Котом кричит его. Насколько я знаю, он собирался смотреть жилые постройки рядом с лагерем. Тут недалеко. Кот говорил, что там раньше жил его дед. Ну, собственно, этот дедуля техником толковым был. И мастерил разные всячины. А что именно не знаю, но вдавался в подробности. Ну и решил, видимо, кот пойти поискать его квартиру. Вдруг чего интересного найдет. Что до аварии промышлялось там. Правда, вот уже прилично давно он не выходит на связь. С ним было пару человек для надежности, но тех и след простыл. Стоит, думаю, пойти туда и глянуть, но я трус, да и припасы свои оставлять тут не хочется. Украдут же, пока меня не будет. Слушай, ассистент, поможешь, а? Новое задание – без следов найти сталкера. Хорошо, я постараюсь помочь. Ты заглядывай, тут весело. Так, бывает. Кто еще может дать квест или хотя бы рассказать? Даня, я тебе ничего не могу помочь. Как раз таки девушка, озаренная лучами солнца, святая девушка в сталкере. Ладно, пошутили, хватит. Косарь. Да нормально. А ты знаешь что-нибудь о загадочном доме посреди лесной чащи? О, ну конечно знаю. А тебе зачем-то? Интересно просто. А ну слушай, я там лично был. Место это страшное, странное и очень опасное. И что дальше? Ну и хватит с тебя. Не был я там, понятия не имею, о чем ты, прости. Я смотрю, у тебя есть много артефактов, но почему цены? Понятно, это мы уже с тобой обсуждали. Джаггернаут, ты случаем не знаешь, где может быть профессор Задоров? Ой, нечистый с вашим профессором что-то. Странный он какой-то. Он когда уходил с военным, очень нервничал. И постоянно оглядывался в лагере, будто бы боялся слежки. Не знаю, друг, не знаю, где он. Есть какая-нибудь работа? Работу всегда найдем, ассистент. Для начала нужно проверить, из какого ты все-таки теста сделан. Не знаю, много ли ты уже тут успел увидеть, однако мутантов в последнее время в городе все больше и больше. Особенно эти снорки, черт бы их побрал. Откуда они только лезут? Нужно найти их логово, а то грызут наших сталкеров за каждым углом. Давай так, если найдешь что-то подозрительное в городе, все это, что может быть их пристанищем, дай мне знать, хорошо? Но сам туда не лезь, это опасно. А уж вместе мы придумаем, как их логово уничтожить. Новое задание Ули, найти логово мутантов. Хорошо, обычный стандартный квест.
Еще, волонтер, есть какая-то у меня работа? Пока что для тебя работы нет, ассистент. Но может быть позже. Подойди ко мне потом, как будет время. Ладно, Смирнову к нам задач. Да, пока не пропадаю. Но пойдемте на первый этаж, еще спросим по поводу заданий. И заодно у техника спросим по поводу самописца. Сержант Богданов. Здравия желаю. Почему связь пропадает? Чем это может быть связано? Эх, самого бы узнать. Понятно. Если нужно что, спрашивай у главного. У главного, хорошо. Буду иметь в виду. Я просто мужики ищу здесь каждую зацепочку, каждый квестик. Честным. Я яйцеголовым не доверяю. А зря. Зря ты мне не доверяешь. Я другого, из другого теста. Ну ладно, чуть позже, потом будешь извиняться за свои слова, так сказать. Будешь брать свои слова. Слушай, обратно. Все вопросы к главному. Ладно, все вопросы к главному-то главному. О, привет, Песен. Так, ты бы мог разблокировать модуль памяти, Клинвал? Ну-ка. Эх, не, прости, тебе с этим барахлом к серебру надо, это который на янтаре, в бункере ученых. Да он за такую работу возьмется. А где может быть профессор Задоров, не знаешь? Да вроде бы он куда-то с военными уходил, на локатор что ли? Извини, но я без понятия, братан. Может, есть какая-то работа? Работа? Слухай, ну инструменты бы мне кто нашел. С их помощью смогу делать модернизацию оружия и брони. А тебе, если принесешь, заплачу за инструмент, так еще и скидку оформлю. Хорошо. Может, еще чем-то помогу? Можешь, мне тут помощь нужна с генератором. Продолжай. Так вот, генератор скоро перестанет работать. Соответственно, у нас появятся проблемы с освещением. Нужны новые детали к нему. Они и так держатся на материалах, которые были уже 1000 раз списаны и проданы. Если вдруг найдешь мне в городе пару запчастей к нему, а именно втулку, обмотку, стартера и ротор, был бы очень признателен, и деньгами бы не обидел. Серьезно? Обалдеть. Где же тебе найду такие составные? Ну, в этом и загвоздка. Знал бы сам, не просил бы помощи. Может, в гаражах или рядом с машинами что-то около них, что-нибудь полезное осталось. Новое задание. Генератор раздобыть 3 запчасти. Я понял тебя. Если найду все, что ты просил, дам знать. Это твоя собака? Да, это мой лучший друг. Его Муха зовут. Породистый, овчарка. Люблю таких собак. Они верные, надежные. А чем ты кормишь своего пса? Да всем тем, что и сам ем. Муха непривередливая какая-то. Кушает за двоих. Но иногда я балую ее особым деликатесом. Каким же? Она очень любит глаза плоти. Сам думал попробовать, но сейчас я полностью занят работой, лагерей раздобыть и такое лакомство не могу. Хотелось бы еще чем-то да порадовать. Ты случайно не поможешь с этим? Я благодарю за помощь. Новое задание. Друг человек. Раздобыть для пса глаз плоти. У меня есть... Подожди. У меня есть, друзья. Сейчас мы мухе отдадим. Лично как раз-таки один глазик для деликатеса. У меня есть глаз плоти для твоей овчарки. Ух ты, супер, спасибо, что добыл для нее эту вкуснятину. Слушай, а может ты сам ее покормишь? Она меня не укусит? Не, она умная, своих не трогает, не переживай. Друг человека покормить собаку. Чего, серьезно? Жесть. У тебя маленький какой. Покормить собаку, правда, смотри. Обалдеть. Вот это да. Классно же, а? Не, ну классно. Ну накушай, маленькая. Вот видишь, не укусила. Ха-ха. Глянь, какая довольная сидит. Теперь ты тоже ее друг, я так считаю. Да, крутая у тебя собака. И получили, по-моему, 3000. Дю маленькая какая. Хорошенькая. Слушай, я тебе по-белому завидую, брат. А ты мне за это случаем скидочку на ремонт не сделаешь. Мне тут просто броня. Да, понимаю. Я думал, для генератора ему понадобится топливо как раз-таки. А нет, все-таки, друзья, это так не работает. Ну, ладно. Так, я вижу еще одного квестового персонажа. Даже двух. Это где-то на задворках они находятся. А ну-ка, давайте проверим. Это же вот кто нас обучил артефакты вроде искать, да? Тесак. А, нет, это Тесак пришел, отлично. Но он пока никаких диалогов и квестов нам не выдает. Ладно, и вот еще. Лысый. Да, вот это нас обучал как раз-таки, но, к сожалению, друзья, нет, больше ничего. Так, забыл, кстати, выложить еще двухстволочку одну. Ну ладно. Что нам сейчас делать? Дополнительные квесты есть. Без следов найти сталкера, это совсем рядом здесь. Основная задача — проверить радиоприемник. И доп. Задача — это аномальные сканера вроде бы. Ну и курьером еще поработать, конечно же. Но пойдем сначала до ближайшего дела, которое у нас... Так, детектор заряда достал. Вот, вот это ближайшее дело, как раз таки пойдемте. Кстати говоря, это и есть тот самый... Вроде как и дом, который я проверял, помните? И я думал, что там что-то будет. Или это не он, не знаю. Да, здесь вроде как раз таки гранатка лежала. Это он и есть. Я уже его осмотрел, если что. Ну и где-то на этом уровне, что ли, нужно найти сталкера.
Стоп. Но я здесь никаких записок, ничего не замечал. Чего-чего? Поднять трубку таксофона? Помоги мне, человек. Иди сюда. Иди на зов в голове. Помоги мне. Прошу. Абонент недоступен. Идти на зов. Блин. Вот это да. Я искал здесь вообще сталкера, а тут зазвонил телефон, и я сказал, кто он. Говорит, слон. Когда я поднял трубку, что-то произошло. Я услышал голос, который зовет меня. Не знаю даже, а стоит ли мне проверять, что там. Ну, я, кажется, представляю, кто там. Контролер какой-нибудь, но проверить надо. Отлично, для начала собак пострелял. По поводу квеста неизвестного сталкера я так и не понял, друзья. Я вроде как ходил везде вокруг домов этих близлежащих, искал труп или хотя бы какую-то зацепку вот здесь, но ничего не нашел. Так, но зов доносится, судя по всему, из этого вот домика. Как раз таки, может, где-то здесь попутно и по тому квесту найдем пропавшего сталкера. Так, стоп. Неизвестный? Это какой-то призрак? Сталкер, прошу, не пугайся меня. Ну нахрен. Кто ты? Что ты такое? Я Юрий, Юрий Семецкий. Успокойся, парень, я не причинил бы тебе вреда, даже если бы мог. Что тебе нужно? Ты первый, кто поднял телефонную трубку. Я уже давно пытался попросить помощи, но никто не поднимал ее. Спасибо тебе. И для чего же ты звонил? Мне нужна помощь. Я не могу покинуть ваш мир, пока не успокою свою душу. Моя жена... Нет, слушай. Когда я работал на станции в ночь взрыва ЧАЭС, моя жена находилась дома. Она была парализована, но с ней была моя мать. Я весь вечер звонил домой, но никто не поднял трубку. Пытался отпроситься в начальство домой, но с меня... не пустили, они не проводили испытания, поэтому держали все кадры на рабочем месте. В общем, я так и остался на станции в стенах энергоблока, так и не узнав, что случилось с моими родными. Мог бы ты сходить в мою квартиру и проверить, что там сейчас происходит, пожалуйста. Ну, допустим, а где она находится? Покажу карту. Я покажу тебе место. Видишь, здесь я живу, на первом этаже. Я не знаю, что случилось с моими родными, но если найдешь что-нибудь в моей квартире, принеси мне это, умоляю. А почему ты сам не... Ну, сам не сходишь туда, слетаешь там или... А как вы вообще перемещаетесь? Забавный ты. Слушай, ну если бы я мог сделать это сам, давно бы так и поступил, но что-то привязывает меня к этому дому. Я даже понятия не имею, чей он был еще, когда жил в этом городе. Угу. Осмотреть квартиру призрака. Вот так, друзья, выглядит призрак. Да, серьезная ситуация. И, судя по всему, это никак не связано, без следов, найти этого сталкера. Так, это что? Излучение. Кстати, возможно, оно как-то влияет от городской школы на этого призрака, не знаю. Но осмотреть здание нужно будет вон там, где и проверить радиопередатчик. А что идет с этим квестом, я пока, друзья, просто не знаю, правда. Я осмотрел все близлежащие здания, вижу вот этот труп на миникарте, но я не понимаю, как его осмотреть. Он то ли ниже находится, то ли еще как-то. Хотя вот здесь... Есть ящики, за которые, судя по всему, пройти мне просто не получается. Может, через какое-то окно пролезть. Я пока... Да, возможно, вот здесь как-то это можно пролезть, судя по всему. Но я пока это не могу сделать. Ну что ж, судя по всему, в этом доме жил когда-то с семьей Юрий Семецкий. И нужно будет подняться вот в одном из подъездов. Здесь очень сильно фонит, но, слава богу... Противогаз, кстати, почему его выложил, что ли? Ладно, будем лечиться так. Ага. Так, хорошо. Это плохо, конечно, но и... Стоп. Тоже слышите эти голоса? Только что нужно сделать? Что нужно найти? Осмотреть квартиру. Ну, уже на предмет наличия двух скелетов мы осмотрели. Так, далее. В ванной ничего. Может, какое-то взаимодействие, возможно?
Ага, вот, друзья, записку вижу. Рассказать о находке призраку. Не вопрос, только нужно отсюда побыстрее выбираться. Куда я дел противогаз, кстати? Кто в курсе? Неужели я его выложил в ящик? Тихо. Снорки, откуда здесь зелись-то? Ладно, сейчас разберемся. Все, отлично. Ну и заодно примем антирад, наверное. У нас тут есть они? 5 штук целых. Пока что предостаточно. Да, бинтов у нас нет. Ладно, где эта записка? Во-первых, фотография. Старая фотография с молодой девушкой. Это вещь, сохранившаяся со времен взрыва на ЧАЭС. Судя по всему, это и есть его супруга. И личный дневник. По всей видимости, какой-то девушки. Содержание различные записи о проходящих днях. Кажется, что у этой девушки были большие проблемы со здоровьем. У нее были парализованы ноги. Не буду читать дальше. Это все очень грустно и неправильно. Да, прочитать ее просто невозможно. Именно по игровому, так сказать, исключению. Но возвращаемся. Итак, я уже прибыл. Вновь к Юрию. Он еще здесь. Слушай, я был в твоей квартире. И что там? Говори как есть. Я призрак и навредить тебе не смогу. Не переживай. Я нашел в твоей квартире личный дневник и фотографию, по всей видимости, твоей жены. Покажи. Да, это она, моя красавица. Спасибо тебе. А что-нибудь еще заметил там? Давай, друг, рассказывай. Можно сказать, что на этом все. Но давайте пойдем по правильному пути. Надеюсь, этому призраку можно доверять. В твоей квартире 2 скелета. Видимо, твои близкие остались в зоне после взрыва. По всей видимости, они не дожили даже до утра. Так, ну либо можно сказать, что с ними хорошо. Давайте, правда. Они, значит, а я звонил. Уже 20 лет звоню своим любимым людям, а их уже нет. Я сожалею. Спасибо тебе. Погоди, постой. Не уходи, ты хороший человек, и я хотел бы отблагодарить тебя за это. На самом деле, ты не первый, кто поднял трубку, но предыдущий человек пытался обмануть меня, он был другой, у него был другой взгляд, в его глазах не было сожаления, добра, он просто хотел нажиться на моем горе, но у него ничего не вышло. Я также соврал тебе, что не могу причинить вреда, прости меня. В общем, насчет этого человека мне пришлось убить его. Его тело уже сгнило, но про него был какой-то странный предмет. Впервые вижу такие вещи, у нас в те годы такого оборудования еще не было. Держи, он твой. Это какая-то книжка, которую можно листать на экране пальцем. Поразительно, до чего продвинулись технологии. Эта вещь теперь твоя. Не знаю, есть ли от нее какой-то прок, но это все, что я могу тебе дать, знак своей благодарности. Прощай. Получен предмет КПК Валета. Я не рассчитывал на награду от привидения. Благодарю тебя. Прощай. Надеюсь, ты увидишься со своими близкими. Угу. Итак, попадание к Валета. Накрылась наша операция. Да и хрен с ней. Кажется, все погибли... А, это... Подожди, да, пилота? Мы вроде это читали, нет? А, нет, друзья, мы не читали. Накрылась наша операция, да и хрен с ней. Кажется, все погибли при падении, нужно найти укрытие. Где я вообще? Связь пропала, одни помехи. Попал я, куда не пойду назад, возвращаясь. Здесь, видимо, и сдохну. Стоп, это другого пилота в пространстве аномалии, что ли, я запутался? Ладно, хорошо. КПК, вот, Валета, то, что нам сейчас дали. На удивление, этот КПК функционирует. На нем имеются различные файлы, маршруты и сомнительные переписки с разными барыгами в ЧЗО. Есть какой-то странный диалог, переписка с неким зубастым. Также имеется метка с координатами тайника. Сообщение от Валет. Слышь, зубастик, прикинь, куда вляпался? Иду, значит, по своим делам поссать. Слышу, как звонит телефон. Ну, эти, которые таксофоны по городу, таких много. Так вот, знаешь что? Я решил трубку поднять. Подумал, приход поймал после отходника. Понял, да? Ну и вот, поднимаю трубу, а мне какой-то голос в голове начал говорить. Я, понятное дело, пересрал штаны, обоссал и чуть ли на кустах не оставил. И как побежал, куда глаза глядят. Потом, значит, останавливаюсь, а перед глазами дом. И я прям слышу, как из этого дома какое-то бормотание, то ли шепот исходит. Ну я давай туда, там призрак, ты прикинь, ля. Сообщение от зубастого. Да ну нах, чё ты горольше сел? Опять донул и без меня? Заколебал ты, хрен моржовый. Давай, добрый желез, я тут травы нам четко надыбал, понял, да? Эй, давай, чел, жду тебя максимум до обеда, иначе сам траву скурю.
Следующее сообщение от Валета. Да ты сам муж понял, да? Погоди, ты морда зубастая. Ща я узнаю, что это за хрен тут полупрозрачный тусуется. А вдруг он не опасен, да еще и разумен? Я услышал от одного сталкера, ну типа призраки в зоне это хороший знак. Они могут и спасти, и даже хабар интересно предложить. А че если это в натуре правда, а? Прикинь, если я сейчас на этой сущности обогачусь, а? Всего жди, короче, меня на лесничестве. И не кури без меня, мудила. До связи. Ответа на следующее сообщение так и не пришло. Ну, ясное дело, почему. Значит, корыстным путем пошел этот Валет. Ну и, судя по всему, с другом они не встретились. А вот то, что встретимся на лесничестве, это вроде бы совершенно не эта локация, это где-то в других местах. Ну что ж, хорошо, ладно. Осталось только решить вопрос с этим пропавшим сталкером, который здесь где-то рядом в домах пропал. Но, думаю, займемся этим уже в следующей серии. А пока что ставьте ваши аномальные пальцы вверх, подписывайтесь на канал с колокольчиком, подписывайтесь на телеграм-канал с конкурсом. Спасибо, собака. Ты, как всегда, вовремя. Вот. Там проходит интересный конкурс. Шашлык готов. Все, что нужно сделать, подписаться на мой канал. Если еще не подписаны, подписаться на канал нашего партнера, друга Зурда. Ну и быть подписанным, естественно, на телеграм-канал. Все, никаких репостов, лайков ставить не нужно. Приглашать друзей тоже не надо, но есть только по желанию. Собственно, все. Пока-пока. И самое главное, не болейте.